Друзья, сегодня ночью произошла ужасная трагедия. Как оказалось, в результате этой трагедии в больнице оказался с тяжкими телесными повреждениями российский актер Федор Добронравов. У Федора Добронравова закончились съемки в последнем фильме, в котором он снимался. По этому поводу режиссер фильма устроил небольшой фуршет. На этом фуршете, изрядно выпив, кинорежиссер начал предъявлять претензии в отношении актера Федора Добронравова. Между ними завязалась перепалка, которая переросла в драку, в результате чего Федор Добронравов получил несколько ударов в область головы и попал в больницу. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Завтра утром, друзья, мы постараемся вам рассказать более подробнее об этой ужасной трагедии. Подписывайтесь на наш канал и следите внимательно за нашими новостями.